Аварийные дома являются одной из основных проблем современных городов. В таких постройках людям живется очень нелегко. Для граждан, которые проживают в аварийных домах, предусмотрена программа переселения из ветхого жилья. Так, в рабочем поселке Ворские на смену уже непригодным домам пришли современные многоквартирные новостройки. В целом, значит, по Ворсковскому сельскому поселению было 4 многоквартирных жилых дома, признанного аварийными, значит, 51 семья. И из них сейчас 2 многоквартирных аварийных жилых дома расселены и получили благоустроенное жилье. Вот здесь буквально рядом находится школьный дом 9. В Рязанской области программа по расселению из аварийного жилья рассчитана на 5 лет. Уже сейчас можно говорить о том, что программа будет выполнена в срок. По данным государственной корпорации, фонд содействия реформированию ЖКХ, работы в регионе идут даже с опережением. Чему несказанно рады жители поселка Ворские, которые уже переехали в новое жилье. По словам новоселов, сравнивать старые условия проживания с новыми не имеет смысла. У некоторых не было даже коммуникации, потому что, старое общежитие. Старое общежитие было, поэтому не у всех были даже коммуникации. В туалет некоторые ходили, в общий туалет была и ванна. А сейчас у каждого туалет, у каждого ванна, горячая вода в любое время. Всего в поселке Ворские будут построены 3 малоэтажных дома, в которые переедут 25 семей. Как отметил Сергей Семенов, качество выполнения строительных работ проходит на высшем уровне.